Лекция на тему «Основы службы в органах госбезопасности». Полевой офис ФБР – это не что иное, как филиал ФБР, который располагается на определенной территории и имеет свою собственную юрисдикцию. Директор ФБР в нашем случае подчиняется генеральному прокурору штата Феникс. Наши взгляды на шаг впереди преступности. Наша миссия – защищать жителей штата от Феникса от преступлений высокого приоритета и поддерживать их безопасность круглосуточно. Наши приоритеты – защищать штат Феникс от террористических атак. Это предотвращение терактов, освобождение заложников, введение переговоров, развитая агентурная сеть и безопасность штата Феникс. Защита штата Феникс от организованной преступности – это, получается, поимка ООП, раскрытие мафии, банд и прочее. Защищать штат Феникс также от коррупции в сфере ГОС, да, это поимка сотрудников государственной организации, имеющихся, которые занимаются продажей материалов, формы оружия, снятие розыска, там, блат и крайние меры там еще есть, которые сейчас пока что недействительны в штате. Проверки госорганизации, которую возглавляет инспектор ФБР, это, ну, типа, если у нас ФБР имеет, блять, не понял, стоп. Проверка госорганизации, которую возглавляет инспектор ФБР. Ну, типа, проверки проводятся в том случае, если за какой-либо силовой структурой замечены многократные нарушения. Вот. На этом лекция окончена. Вопросы есть какие-либо? Не. Депо. Нет. Отлично, лекция на этом окончена.